какую-то мотивацию даже в том же тренировочном процессе. Когда я тренируюсь, говорю, вот если я сейчас не сделаю вот этот подход и столько же повторений, сколько вот там в том подходе, все, блин, я не культурист, блин, я вот умираю, но делаю просто, умираю просто из последних сил. Даже если делать это частичные повторения, придумывайте себе геморрой и идите к этой цели. Идите к цели, и тогда будет результат. Вы знаете, что какой сладкий будет результат, если вы вытерпите вот этот промежуток времени, у вас будет переоценка ценностей, вы по-другому будете относиться к спорту, вы по-другому будете относиться к бодибилдингу, вас будет что-то видеть, вот, блин, я смог, блин, вот я мужик, блин, вот я молодец, блин, а, блин, я не вот, а этот жирный поросенок, блин, как был толстым, так и нахуй остался, а у меня пресс, блин, а я смог сделать, а он нет, блин, вот я молодец, и вот придумывайте себе всякие кипиши вот такие вот, и я думаю, что когда вы достигнете результата, когда вы вытерпите, вот он смог, да, найдите себе спарринг-партнера. Найдите себе спарринг-партнера, который намного сильнее вас. Вы лучше тренируйтесь соревновательно с культуристом. И тянитесь у него, он вас будет тянуть за собой, вам будет легче достичь результата. Так что дерзайте, тренируйтесь, поднимайте тяжести и придумайте себе геморрой.